плановый бой был у нас сначала не спешить, спокойно все-таки ринг почувствовать, соперника, потому что он за неделю на бой согласился, надо взглянуть, что он делает, что умеет. И в конце третьего раунда, где он меня посек, я как бы чуть почувствовал, что надо добавлять, то не дай бог там засечки еще снимут, я же со стороны не понимаю, какая она большая, нет. И чуть добавил темп, и получилось закончить досрочно. Очень сильно расстроен, потому что последние 2,5 недели, когда мне сообщили об этом, что бой будет за пояс ВБЦ «Сильвер», я очень доволен был. Прямо каждый день засыпал с мечтой, что у меня получится завоевать этот пояс. И когда сказали, что он заболел, ну, конечно, очень сильно расстроился. Но, как сказать, всякое у нас бывает, тем более сейчас такое положение непонятно. Вот у Алексея Егорова с Гуламиряном в самый последний момент бой отменился. Тут, так что надо быть ко всему готовым. Больше психологически, потому что ты вроде одного сначала смотришь под него тактику, думаешь, как что боксировать, потом меняется. Больше психологически, потому что физически у меня был долгий сбор. Практически 4 месяца я занимался, и физически я точно был подготовлен, а вот психологически надо было так чуть повнимательнее. Пока план еще отдохнуть пока что. Вот. Потом более-менее нам станет понятно, что мы дальше будем делать. Посмотрим, как Сковинский себя будет чувствовать после ковида. Посмотрим, я не знаю, не могу загадывать ничего. Увидим, как будет.